Всем привет! Сегодня поговорим о некоторых особенностях новой версии видеоредактора OpenShot. Ну и немаловажный вопрос, а как же обновиться до новой версии? Ну, для начала надо удалить старую. Значит, выполняется вот эта вот команда apt-recommends OpenShot sudo apt-get purse. И эта команда, она удаляет практически видеоредактор старый. И вот при помощи вот этой команды, вот посмотрите ее внимательно, значит, набираете, заводите в три этапа, значит, через терминал и устанавливаете новую версию. А как? Потому что многие не могут найти всем так привычный символ ножничек, а вот здесь их нет. И поэтому, если, допустим, мы возьмем вот здесь, сделаем отметочку курсором, сохраним, сделаем вот здесь, например, отметочку курсором. И теперь я захочу, например, вырезать вот этот кусочек. А как я это смогу сделать-то? Кликаю по самому отметчику, ничего нет. По линии появляется, наконец, надпись «Нарезать клип». И вот первое, что я делаю, сохранить обе стороны. То есть он разрезал его, теперь мы передвигаем сюда. И вот теперь вот здесь вот нарезать клип, сохранить правую сторону. Вот он отрезал, сохранил правую сторону. Теперь мы можем все это дело вот так вот подвинуть и сохранить. Вот такая вот, казалось бы, как говорится, немудренная операция. Но, собственно говоря, вот для меня, конечно, было привычнее, когда здесь стоял символ ножничек, как-то было более понятно. Я, так сказать, ничего не имею против, это уже, ну, просто, скажем так, вопрос привычки, но тем не менее, значит, вот многие пользователи, они не могут найти, как же отрезать этот клип. Вот. Ну а дальше все идет уже, как говорится, по схеме. Вы нажимаете, значит, на экспорт, ну, сохранили еще разочек, нажали на сохранить, вернее, выпустить видео, точку экспорт. Все настройки здесь видите. Так что я, в принципе, желаю всем пользователям, значит, вот кто не знает, как отрезать там кусочек из видеофайла, пользоваться вот данным видеоуроком. И, как говорится, там режьте, склеивайте все, как вам нравится. Ну ладно, до новых встреч, всего доброго, до свидания.